Привет, ребята! Сегодня я снимаю обзор на игрушку от волшебной страны, вот такую вот птичку. В принципе, комплектации ничем не отличается, она идентична у всех наборов от волшебной страны. И поэтому давайте с вами посмотрим, что же идет в наборе. К слову, этот набор я купила, представляете, в офлайн-магазине, даже не в Бурде, а в другом офлайн-магазине у нас в Николаеве, который открылся, оказывается, только сегодня. И там продаются, там канцтовары продаются и вот такие вот игрушки. Можете себе представить. Кстати, пока что по адекватной цене, поэтому я купила вот такую птичку. Потом еще на днях пойду еще посмотреть, что у них есть, потому что коробку от волшебной страны только разбирали. Жалко, что мало игрушек, там, конечно, не очень много, у волшебной страны очень много сейчас разных сюжетов. Ну, давайте с вами поговорим, что же в наборе. А в наборе у нас идет вот такая вот птичка на деревянной основе. Никакое видео или фото не передают, какая она прекрасная, ее запах, аромат, как она пахнет деревом. Просто волшебство. Я планирую эту игрушку не оставлять как есть, а покрасить ее белой краской перед тем, как вышивать. Думаю, что займусь этим в скором времени, как закончу свой проект «Сову». Кто знает, я сейчас вам подсказочку вверху, ссылку увидите на видео с совой. Давайте вот посмотрите, вот так вот выглядит перфорированная деревянная основа. Просто великолепно, сказочно, волшебно. И самое интересное, что такая игрушечка делается буквально за вечер, и у вас готово. И вы можете кому-то подарить в подарок или украсить свой дом или елку. А тут у нас вот такая обложечка идет. Вот, собственно, открытку. Ух ты, смотрите, какие мне цветочки достались в этот раз. А, смотрите, этот набор может здорово быть подарком как уже сделанным изделием, да, и также тем, кто вышивает бисером, вы можете преподнести. Тут и открыточка есть, и здорово. Мне очень нравится, смотрите, это очень классно. Давайте посмотрим, что еще. В принципе, схема и бисер. Схема цветная. Давайте я не буду шуршать, никого раздражать. Давайте посмотрим просто. Схема. Одной рукой не справлюсь, штатив сегодня не использую. Схема цветная, очень удобная. Можно ее не черкать. Я выделяю себе нужную строчку. До меня дошло просто ноу-хау. Линейками и моточком на магнитной доске от DMC. Так что у кого есть такая доска и кто давно не использовал, с сагой сидит или еще там просто пролеживает ваша доска, доставайте ее, с ней максимально удобно вышивать, и вы ни за что не ошибетесь, выделяя вот этими супермагнитами, линейкой и моточком нужный ряд. Вот такая фетровый задник. Небольшой лайфхак от меня: не гладьте его утюгом, пожалуйста, даже если он немножко примялся, положите между книжек. Я погладила уже, и осталось пол основы на утюге. Но я сумела вовремя оторвать. Но утюг я чистила долго. Вот такой бисер идет, достаточно не мелкий, видите, несколько цветов. И, конечно же, идет бобинка деревянная с двумя иголочками, одной длинной, как сейчас помню, а другой короткой. Многие говорят, что длинная не очень удобная, но мне именно удобна она. Она быстро гнется, конечно, но в целом она себя оправдывает, и мне ею очень быстро получается вышивать. Вот такая у меня небольшая покупочка. Думаю, в скором времени вы увидите готовый результат. Я не знаю, процесса тут не будет, я это вышиваю за вечер. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, кому-то понравился набор, кто-то захочет себе тоже приобрести. Пишите, что ваши впечатления о волшебной стране. Я знаю, многие считают, что наборы несколько завышены в цене, но мне они очень нравятся, потому что вот такая тепленькая, хорошая и добротная игрушечка у вас. Всем спасибо за просмотр. Пока!